Доброго времени суток, продолжаем смотреть обзоры на еду и напитки. Вновь у нас обзор на замороженную пиццу Зотман. Пицца Зотман Лайт, римская пицца. Вкус чариза. Чариза — такие острые колбаски, типа пепперони, ну, в общем, весьма вкусные. Итак, давайте разбираться по порядку. Масса у нас 320 грамм, пицца небольшая. Покупалась она довольно дороговато, за 379 рублей по скидке. Без скидки она стоит 539 рублей, что, в общем-то, дороговато для заморозки, ну, тем более за 300 грамм. Ну, давайте разбираться. Вообще, Зотман пицца мне очень понравилась. Наверное, лучшая из заморозки, что я пробовал. Пробовал я много пицц. Вот. Что у нас здесь написано? Удивительная легкость, аппетитный хруст, отличительные черты пиццы Зотман. Тесто приготовлено из соп-бленда пшеничной муки высшего сорта, а также за понятного микса заквасок. За счет этого пицца держит меньше простых углеводов и легче усваивается. Итак, состав у нас довольно огромный, не буду весь читать, уже ребята писали, что слишком долго, кому любопытно, нажмите на паузу, посмотрите. А рассмотрим, значит, у нас калорийность. На 100 грамм у нас 8 грамм белков, 6 граммов жиров, 22 грамма углевода и 176 килокалорий. То есть, в принципе, пицца не сильно калорийная, не сильно реально. Значит, изготовитель у нас Зотман Харека, изготавливается в городе Москва. Вот. Ну, в общем-то, здесь больше сказать нечего. Готовить ее быстро, 11 минут в духовочке при температуре 210 градусов. Ну, в общем-то, так и сделаем. Ну что, ребята, пицца выглядит вот так в замороженном виде. Выглядит весьма симпатично. Видим соус, колбаски чариза, кукуруза, сыр и вот это, скорее всего, перчики. Ну, посмотрим. Сейчас приготовим. Увидимся на дегустации. Погнали. Ну что, ребята, пицца готова. Аромат очень приятный. Это уже признак, что ингредиенты качественные, хорошие. Давайте будем дегустировать. Как мы видим, здесь кукурузка, сыр, соус и колбаски чариза. Давайте, погнали. Приятного аппетита, кто есть вместе со мной. Очень приятно. Хорошее тесто. Чувствуется сыр, томатный соус, колбаски чариза остренькие. Сладкая хорошая кукурузка. Очень вкусно. Да, очень вкусная пицца. Хрустящее тесто. Да, реально, Зотман молодцы. Вкусная ароматная колбаска, причем ее много. Много сыра. Ну, замечательно, реально, очень вкусно. Для заморозки это топ. Еще чувствую чесночок. Его не видно, но чесночок присутствует. И в тему. Реально. В общем, в составе он был. И очень ароматно чувствуется, реально. Ингредиенты все замечательные. Очень приятно идет. Ну что, практически доел. Мне очень пицца понравилась. Крайне рекомендую. В принципе, денег она стоит. Как по скидке, так и без скидки. В принципе, да, вот получите реальное удовольствие. Замечательная колбаска чариза. Ароматный, отличный сыр. Вкусная сладкая кукуруза. И здесь чесночок зашел очень шикарно. Поэтому начинка топ. Тесто замечательное. Денег своих стоит. Она небольшая на перекус, конечно, 300 грамм. Но очень вкусно. Поэтому я поставлю 5 баллов с 5. Рекомендую. Действительно, очень вкусная пицца. Готовить быстро. Удобно лежит в морозилке всегда. Не испортится. Поэтому
однозначно 5 баллов из 5. Поэтому рекомендую. Зотман и заморозки — это топ. Берите, не пожалеете. Ну а с вами мы увидимся в следующих обзорах. До новых встреч. Пока.